Следующий этап – это проверка настройки датчика тока и напряжения. Поскольку таргет MATEC F405 Wing, то, соответственно, я иду в раздел MATEC F405 Wing на сайте R2Pilot и смотрю, что нужно настроить. Во-первых, Bed Monitor должно быть равно 4. Смотрю, так ли это. Bed Monitor 4. Хорошо. Далее. Bed Volt Pin должно быть 10. 10. Отлично. Bed Volt Mult должно быть 11. 11. Хорошо. Bed Amp Per Volt 31.7. Смотрю, что тут. 31.7. Offset 0. Тут все настроено верно. Отлично. 12 вольт и 0,3 ампера. Ток походит на правду, а напряжение сейчас замерю. Показывает 12.23, то есть он немножко занижает. Ну что ж, такое возможно. Optional Hardware, Battery Monitor. Я ввожу 12.2 и Tab нажимаю. И множитель я получаю 11.22. Иду на вкладку «Дата», напряжение «Верно». Так, показания датчика тока тоже оказались неправильные, поэтому необходимо его откалибровать. Делается следующим образом. Подключил я через цифровой датчик тока внешний. Вижу, что в принципе при нулевом потреблении примерно показания совпадают, а вот при подаче газа на сетап Optional Hardware, Battery Monitor и все, отлично. Получился такой множитель 63. Теперь нужно офсетом восстановить, чтобы было снова 0,3 ампера при нулевом газе. Делается это следующим образом. Config full parameter 3 и тут bad amp offset. Вот. Это, можно сказать, идеальное значение. То есть перехожу в дата, вижу, что ток при нулевом потреблении стал 0,3 ампера, что совпадает с измеренным. И теперь снова проверяю на максимальном газу. Пожалуй, на этом предварительная настройка готова. Сейчас я сделаю бэкап конфига.